Когда сценарист Эндрю Кевин Уокер задумался над сценарием, он не планировал написать нетленку. Он даже не надеялся на хит. Он лишь мечтал, как говорят в Америке, вставить ногу в дверь, чтобы ее не смогли перед ним захлопнуть. Добрый вечер, с вами Киномир, и сегодня фильм «7» в нашем вечернем эфире. Убийца поставил под ним ведро и продолжал его пичкать. На это ушло время. Прозектор говорит, что часов 12. Глотка покойного была отечна, возможно, от заталкивания. В конце концов, он потерял сознание. И тогда убийца стал его бить, отчего и лопнули кишки. Каков чертов садист? Когда кого-то надо убить, подъезжают на машине и стреляют. Но такие вещи время не тратят. Почему Уокер выбрал именно «Смертные грехи»? Да потому что после тихого маленького городка Механиксбурга, в котором он вырос, Нью-Йорк казался ему сосредоточением зла, пороков и черствости. «Семь» — это психологический триллер режиссера Дэвида Финчера. Картина стала в некотором роде эталоном в жанре триллер и стала первой общепринятой творческой работой, вознесшая его как мастера стильного, страшного, но в то же время умного кино. Специально для фильма были полностью написаны все книги Джона Доу, и на их создание ушло 2 месяца, что обошлось $15 000. В фильме детектив Сомерсет высказывает мнение, что именно 2 месяца потребуется 50 людям, чтобы прочитать все, что написал Доу. Долгое время продюсерский штаб New Line Cinema не желал начинать работу над фильмом. Они предполагали сделать более успокоительный финал. Но против такой халтуры пошел не только Финчер, но и главные герои фильма. Они намеренно отказывались принимать участие в съемках и пиар-компании, если концовку подвергнут переработке. А ведь актерский состав этого фильма безупречно подобранный дуэт. Брэд Питт и Морган Фриман великолепны в своей игре. Особенно нужно отметить образ Кевина Спейси. Режиссер сразу решил взять на эту роль именно его. Но услуги актера так дорого стоили, что Финчеру пришлось искать других кандидатов. Неизвестно, как долго бы продолжались поиски, если бы не вмешательство Брэда Питта. Студия New Line Cinema так хотела произвести впечатление на Брэда, что нашла деньги на Кевина. Спецназ идет первым. Они это любят. Чисто. Привет, пупсик. В итоге безупречная игра всех актеров была отмечена многими кинокритиками. И еще. Вот вам 7 деталей, которые мы могли не знать о фильме 7. Первый. Труп жертвы, открывающий картину убийства, сыграл сценарист фильма Эндрю Кевин Уокер. Второе. Библиотека, в которой занимается Сомерсет, также сыграла банк в фильме «Маска». На съемках автопогони после убийства чревоугодия сторона Брэда Питта в машине была снята на 2-ю неделю съемок. Сторона же Моргана Фримена снималась во 2-ю, 4-ю и 10-ю недели, так как операторам приходилось ждать света, точно соответствующего предыдущим съемкам. Четвертое. Когда Сомерсет стучится в дверь квартиры жадности, обратите внимание, что участники массовки на заднем плане играют в карты. Пятое. Сцена, в которой Милс вышибает дверь Доу, вдохновила создателей трейлера «Людей в черном». Шестое. Жертва праздности, человек, прикованный к постели на год, не кукла, как может показаться, а очень тощий актер, которого еще и очень сильно загримировали. Седьмое. Фильм рассказывает о 7 смертных грехах. Его действие разворачивается в течение 7 дней, и развязка начинается в 7 часов вечера. С дороги! Живо!
по традиции, перед просмотром фильма я закончу цитатой. Но не словами одного из героев, а словами режиссера Дэвида Финчера. Во время работы над «Чужим 3» я часто говорил: «Кажется, я знаю, чего хочу. Можно ли мне сделать это?» Работая же над фильмом 7, я думал: «Я точно знаю, чего я хочу. Я не прошу разрешения. Я просил прощения».